В Карачаево-Черкесии прошел большой конный пробег. Участвовали 75 лучших жеребцов с богатой родословной. Всадники за три дня прошли 200-километровую дистанцию в традиционной национальной одежде и особым шагом. Репортаж Андрея Чистякова. Конная сотня черным потоком растекается вдоль горных склонов. Это весенний конный пробег. В седлах опытные наездники, они правят карачаевскими жеребцами. Через реки и подлески всадники пройдут долгий маршрут. Он вне дорог, обязательное условие. Преодолеть дистанцию нужно только особым породным, так называемым производительным шагом. Скоростная прыть здесь не нужна. Лошадь карачаевской породы особенная, хоть и не высока в холке, но чрезвычайно неприхотлива, работоспособна и, на удивление, вынослива. Под седлом или с грузом в день способна без устали прошагать до сотни километров. Карачаевцы называют весну жазбаши, начало тепла. Скоро от оровец пойдут на летние пастбища в горы. Традиция здешнего скотоводства. А рядом с ней возрождается еще одна – конные пробеги. Но условия к испытанию допускаются только жеребцы с родословной. Чистота крови для горцев – символ чести. Это лошадь крылья мужчины. Многие всадники впервые на переходе. Ахмату пришлось вести скакуна из Кабардино-Балкарии. Походную упряжь для пробега создавал или шорил сам. Быть названным после состязаний лучшим конезаводчиком – почетно. Лошадь для горцев, можно сказать, почти все. Особенно тем, кто занимается разведением скота. Без верной лошади никак. Они едва сдерживают азарт своих коней. Кто-то гасит его перед стартом специальной джигитовкой, кто-то еще раз пробует походную амуницию. В дороге с конем предстоит провести несколько суток. Дай бог это нашим кавалеристам дорога была счастливой. Напутствие старейшин с традиционной чашей айрана. Ее же поднесут и победителю пробега. Вдоль всей дистанции за состоянием лошадей будет следить специальное жюри. Трое суток скакать этим всадникам. Остановки только на ночлег. Имена лучших жеребцов назовут на поляне у медовых водопадов за известным здесь перевалом Гумбаши. А это в 200 километрах от этого места. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Карачаева, Черкесии.